будем нормально врываться по хип-хопу, да. Крыши подземелья. Жрать колбасу хочу. Шановні пасажири. Все под контролем МЧС. Натуральное мясо, нормальная тема. Я в эту душу свою кушаю, вкладываю своих 20 лет. Я, кстати, тот человек у меня... Пубертат! Здорово, пацаны. Все, хорошего дня вам. Пубертат увидел мир. Опа! Друзья, здорово! Мы, короче, сегодня снимаем новый влог, идем в гости к Илье в трубу. Идем сегодня не просто ебалом торговать, а хотим у него сделать генеральную уборку. Ой. Вынесем, короче, весь мусор, который там есть. Поставим ему свет, сделаем ему освещение. И принесли ему гитару. Он в прошлых влогах говорил, что хочет заниматься музыкой, он владеет гитарой. Вот мы ему принесли гитару. Делаем ремонт у Илюхи в хате. Пацаны, сейчас, может, нет возможности ему снять отдельное жилье или полностью взять его на свои поруки. Ну да. Ну и как бы понятно, если он уже живет там 70 лет в этой трубе, то его, ну, не, то неспроста. Ему там, короче, нравится, он этого кайфует. То, по крайней мере, попытаемся его нахождение там сделать чуть-чуть комфортнее. Приходите во время от времени греть. Мы уже сдружились с ним нормально. Уже на улицу в прошлой серии, как вы видели, его выводили. То, сё, сигаретки покупал там. И подружились с ним нормально. В принципе, я вот сегодня утром так думал, что если сильно постараться, то можно таким способом, что его пару раз на улице вывести, может, он к социуму привыкнет, понял? Короче, это метро Вокзальное, это средоточие киевских бомжей. И это вообще вписка, а такая типа центральная киевская бомж-вписка. Здесь живет просто огромное количество homeless people. Смотри, блядь, кто-то тупо сверху срал. Кто-то сверху срал на матрас. Ты знаешь, вот они живут, короче, на трубах, потому что это теплотрассы, они там греются. Я тебе скажу так, что у нашего Ильи еще не очень плохие условия по сравнению с этим всем. Здесь, чуваки, находиться нереально. Здесь очень сильно воняет. Это мы находимся в самом центре Киева. И такой контраст. Мощное бизнес-здание и бомж в писке. Что ты думаешь, вот такие места, Сусанин, которые у нас за спиной, вот такие места, что нужно их ликвидировать или что нужно делать? Нет, а люди живут, но это как ты говоришь, постоянно тут люди пропадают. Ну вот такие места, это не язва на лице города? Нет. А что? Это красивая такая вавка, знаешь, приятный шрам такой мужской именно. Ну я так считаю, для меня это эстетика, как шрам для мужчины, это украшает город. Ну как же ж город без бомжей-то? Красиво. То есть ты за бомжей? Конечно. Громче, громче, играй! Давай! Вот! Все, выдохся. Не умеешь ты играть. Сейчас мы Илюхе дадим гитару, он нам как споет. Что ж охуеем. Когда я умер... Вот ну так это же не бомж, это творческий человек, который запутался в сетях. Как бы творческий. Знаешь, как художники, они полезли и уходят. И шаг туда, шаг сюда, и все, из катушек летят нахуй. Вот тебе и творческий человек. А в чем его творчество? Ну он же динамики ремонтировал, проводки паял. Именно с динамикой. Так это не техническая дисциплина, больше творческая? Ну творческая, динамики паял, цветочки с них делал. Ну что, не будем палить точку, выключай. Пойдем в трубу. Лезем? Давай. Тебе помочь? Давай помоги. Все, идет? Ой, блядь, пацаны, ну, прошел год, ничего не меняется. Хоть здесь и большой поток воды, но эта челюсть до сих пор здесь. Если кто-то разбирается в собачьей анатомии, напишите, принадлежит она псу или нет. Лёха, здорово. А? Дядя Сус. Что, нормально? Ну, блядь, а ты что,
тяжело дыхать, брат, сука. Ой, блядь, дать раком тяжко идти. Да, блядь, сука, что там тяжко идти? Мне, блядь, с этим рюкзаком тяжко идти. Сколько бабок на цели? Сколько раз пизды вам дали? Сколько раз дали? А корабль жди в ответ. Ну, приходите, не расскажите мне. Какой вы обидели, Алексей? Я вас жду. Давайте в гости. Я вас жду, давайте в гости. Мобилка, блядь. О, мобильный телефон, смотри. А ну пополоскай, дядя. Сусаня, возьми рюкзак, пожалуйста. Сейчас возьму. Идем. Мобильный телефон оставил. Давай. О, брат, батя, здорово! Привет! А, здоров! Шо, як самаешь? О, наготовил себе тут. О, ты, прости, мы тебя прямо за ужином застали. Сейчас, секунду. Ты капусту потушил. Ты спал или шо? Капусту потушил. А, я понял, ты приготовился к приему пищи? Я уже принял пищу. Покушал, да, чуть-чуть? Да. Мы с подарками идем к тебе. Заебись. О! Сус, лучший подарочек это ты. А мне подарки не нужны. Влад, приятно. Илья. Мы это тебя. Кот Леопольд. Смотри, что мы тебя заебашили. Принеси гитару тебе. Прости, я прошу вас, чтобы гитару тебе принесли. Гитару купили. Держи, Илюха, это тебе. Подарочек. Как раз подарочек. Такой вот. Фу, так. Еле дошел с этой гитарой, капец. Так она и дубец. Ты инструмент давно этот в руках держал? 10 лет назад. А раньше умел? Да. Ну я думаю, вспомнишь. И грянул гром, проснулся Тор. Эй, короче, смотри, мы тебе хотим сегодня свет сделать. Принесли свет тебе какой-то? Фонарики, батарейки. Купили. Принесли тебе лампы, сейчас установим у тебя лампы светодиодные. Ладно, я себе штаны купил. Спортивные. Хэлли Тич. Штаны мощные, базару нема. Ой, что ты, как настроение вообще? Хорошо, отлично. Это, что я хотел попросить? Да. Блин. А. Так. Хрен его знает, я хотел попросить. Что ты хотел, вспоминай. Ну, свечки. Да. Свечи используешь здесь? Пригодятся, конечно. Что гитарка пригодится, будешь играть? Да. Никуда не денется. Так, что? А ну. Просто ей тут сыро. И тут инструмент очень быстро портится. Ага. Это факт. Поэтому быть лучше нельзя портить инструмент. Инструмент. Быть может, вы лучше с собой заберете. Ну, давай подумаем, как быть. Мы его тебе принесли. Ты может, играл, ты его просто закутывал в кулек какой-нибудь, чтобы он не... У меня есть такое дело, да? Вот, мы оставим тебе пару кульков, будешь закрывать, играть, закрыл, поиграл, закрыл. Хорошо. Ты ёбнулся? А? Это рельсы. Так что, я в рельсе, думаешь, не забью? Я в железяке умею забивать. Это да? Да. Хуя себе. Томагавка, ну какое-то. Смотри. Не, забей еще чуть-чуть. Чикс. Вот тебе штатный такой, а ну. Ну какой-никакой свет уже будет, все. Да будет свет, сказал монтёр, и жопу фосфором натёр. И перед провода. Сейчас эта ерунда с глазя наебнётся вот туда, в лузу. И пиздец. Ты это кивнил, я уже вот тут где-то поставил. Вон туда на полочку уже. Вон на полочку туда поставь. Ты видишь конденсат? На неё сейчас вода стечёт по твоему гвоздю. И пизда ему будет, нахуй. Тут ему не дело, нахуй. Тут и ставит томагавка, и интересно, что... А пока тут ну... стоит, там если что переставишь, тебе кто-то. Твоя идея ясна, но она не получается.
А Димон сегодня подарил. Где ты ее взял, эту шубленку? Смотри, друзья, я объясню. Мы оставили Илье номер матери в прошлый раз. Ну, ошибки быть не может. Я переписывал его на лист бумаги. Это 200% правильные цифры. И в тот вечер же мы не смогли дозвониться. Уже тогда было выключено у нее. И ты говоришь, что этот номер постоянно до сих пор выключен? Не единственный. Не работает. Говорит, не... Цей номер не единственный. Типа такого номера не существует. Ну, сейчас мы выйдем на улицу, попробуем его набрать, перепроверим. Это все хорошее. О, на, возьми в руку, возьми в руку. Денег там только немного, мы можем сбросить. Тихо. Пошел он, ну. Ого. А что такое говоришь? Говори. Алло. 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 Кто там на том конце провода висит? Мира Михайловна, это Илья. Мама, привет. Я живой. Алло. Okay. Чего? Okay. Еще раз. По-русски. Кто такой? Конь в пальто. Илья. Кто? Молодец. А ты кто? Не, ну это серьезно. Алло. Да. Люба, это ты? Да. Мама, это Илья. Да. Чего? Да. Это Илья. Наташе привет передай. Я живой. Кому? Шоу. Кому? Алло. Кому? Ого. Через ого. Да это не мама вообще, ого не знаю. Это пацан какой-то? Пацаны. А вообще, ого не знаю. Это прикол вообще не такой. Алло. Алло. А кто это? Алло. Это мужской голос вообще нахуй. И пьяный, наверное, обкуренный какой-то. Блять, еще и нажать не могу. Давай цифры перепроверим, но... 0,97. Да. Ну вот, блять, ну вот. Ну знаешь, как ты хуй другой поднял? 0,97, можешь сравнить со своим номером. Да не, никак как нет. Даже мама голос не знаю. Давай я сброшу. Очень... Короче, нет. Вы сами слышали, очень странно. То есть, ну, интересно, что человек с той стороны, да, ну, может, что? Мы просто попали да, на какого-то что? Пьяного, но человек не скидывает, не возмущается, ничего да, не говорит. Да там вообще мужской голос. Ну да. Нет, просто если бы мы ошиблись, то человек бы просто сбросил бы и сказал бы, там мужской типа, голос. До свидания, типа, я знать вас не знаю. Перезванивай. Перезванивай, да ну возьми. Перезванивай обратно. На громку поставь. Не, ну. Алло. Ликероводочный. 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 Заказывали. Короче, если это моя мама, мне таких мам не надо. Не, это не мама, это прикол. Не надо мне такого варить. Хватит. Облом. Выключай эту кабирку. 20 лет жил сам, 20 дальше прожил. Сейчас мы сверим еще со своим номером, который там. Короче, друзья, мы проверили. Ты перепутал цифру. Переднюю, не 0,67 сказал, а 0,97, а там 0,67 впереди. Мы, короче, поехали не в тот перекрёсток. Ну как, Илья, ну как так? Тебе дали... Вроде бы, там, тебе по дали... такому адресу, ну, трошки не туда. А ну, набери тогда правильный. Набирай на громкой. Вот теперь оно. На громкой есть, держи. Знаешь, дай Мару. Мне когда раньше тоже ошибались. Приходит пипи... А ну-ка, Влад, проверь, звонит. СМС. Соединение. А ну, тихо. СМС тихо, тихо, ты звонишь матери. Да она еще не трубку не подняла ни хрена. Не показывай цифры на кадр, разве? Мы спим. Ну и все равно, значит, еще не все скинулась? Потеряно. Да. А ну, она нет, скинула или просто? Не взяла просто. А ну маякни еще раз. Просто маякал. Не взяла. Значит, подожди, еще не все потеряно. Ага. А это какой-то штрих накуренный взял А-а-а. Трубку. Да, он то вообще не. Тут уже курить начал. Сигары. Какие сигары? Капитан Блэк? Марвел, да.
Да, раньше звезды были дешевые. Может, на работе позже перезвоним. Ну, мы будем какая звонить на протяжении работа? Всего дня. Хотя сегодня суббота, 8 нет, часов вечера. Никак нет. Ну, как она можно на работе? Ремонт перерезки мы. Ну, это было 10 лет назад. Может, у нее поменялось место профессии? Быть может. Слушай, знаешь, может, что быть. Я тебе сказать хочу? Вот я вот давай. Сейчас... Ты вот сидишь, держишь телефон, а мне кажется, порой, что я больше тебя переживаю. Такая интрига. Вот если ага. бы я маму 10 лет не видел, она сейчас возьмет трубку, скажет первое слово, мне самому, можешь, понял, вот накатывает, если бы я маму не видел 10 лет, что я сейчас возьму так нахуй и расплачусь, блядь, кровавыми слезами. Потому что вот каждый вот пип, понимаешь, по сердцу ножом так хуяк, хуяк, хуяк. И ты вот просто тебе душу изнутри рвет. Нервы, ну, нервы. Когда ты сам больше 10 лет сам проживешь, и у тебя есть друзья, когда у тебя есть деньги. А вот такое редкость, чтобы вот приходили, да, вот как вы. А есть деньги, есть много друзей. Нет денег, друзей нема. Все. И самому. Не заработал, не поел. И все. И вот после 10 лет ты уже поймешь. А где это? Мама, папа и все. И все-таки. И что, я сейчас приеду и на голову сяду сейчас. Ну никто сейчас. Не заставляет приезжать. Ладно, придет... все, ладно, все да, давай полчасика подождем. Придет весна. Придет весна, сейчас будет работа на стройках. Тогда как-то заможнее буду, с денежки приеду. А что я приеду? Ну знаешь, что я тебе скажу? Я не люблю лезть кому-то... На шею, типа? На шею, ну, да. Да, это правильно, все, вот это все. Правильно, но с я другой стороны... Я буду сам отдельно. Вот я здесь нахожусь, вот у меня есть работа сейчас, тачка, вот здесь, то на пожрать. О. На покушать. А ты бы хотел просто на увидеться с мамой? Подожди, да, скажу раз, не перебивай, пожалуйста, раз я говорю, уже я начал. Так вот, я пришел сюда, у меня есть переспать, приготовить, покушать, там раз, постирать, все такое и это. Есть работа с жильем, я там нахожусь, а на шею никому садиться не хочу, нет. И даже вот были проблемы, допустим, сейчас ребро очень, и ухо немножечко. И что, есть какие-то, кто мне помогает? Нет. Приходится тачки вести. Пусть оно больно на эту руку, но надо. Сегодня вывозил. А что, ты просквозил или ударил где-то? Не, он драка была. Ах ты, елки-палки. А за что? За что? За бухло. Кто победил? Что? Кто победил? Ну, я проиграл. Ну, мы помирились. А, я понял. Между собой. А с кем дрался? Да с земляком. С Ромкой. Нет, ну все у нас в порядке. У нас все в порядке. А да назову смазь. Самоток. Шо? А это Суперсус к тебе пришел. Так, а что ж, не знаете, Илюха меня лишил. Заходим в гости. А если она вот сейчас вот прям берет и заходит сюда? Что? Вот прям мама сейчас берет вот сюда и заходит. Вот ей больше делать некуда, сюда еще заходит. Ну я понял, да. Вариант. Все, я понял. Поэтому и зашифровался. Я понял. А что, нормально пробил себе ходынку. Ну я себе приготовил, я себе отдохнул. А это что ты, что это что за блюдо? Капуста? Капусту потушил. Ну в прошлый раз сосиски жарили. Пусто. Короче, все ништяк. Слышишь, это... так я не одним ухом услышал. Что ты говоришь, с другими бездомными общаешься, с кем-то дружишь? Ну, конечно. И, а что ты говорил, там поножовщина какая-то? Или конфликты, где это происходит? Об этом я ничего не знаю. Оно происходит. Я имею в виду, что есть работяги рабочие, есть гопники. Разные стороны, разные места. Вот и все. Я этого ничего не знаю, и поэтому я ничего не знаю. Витя. Витя? Доцент. Ты же тоже Витя по паспорту. Mm. Он тоже Витя по паспорту. А по паспорту Витя. Да. А не по паспорту не Витя. Да? По житухе Сусанин. Он это и шифруется. А по Ютубу Суперсус. По Ютубу Суперсус. Кто заработает, кто заворует. Вот и все. А с чем он работает? Друзья, у вас мало трэша в жизни? Тогда хочу вам предоставить самый отбитый канал на Ютубе. Хикан Number One.
Подписывайтесь на канал Хикан Number One, ссылка в описании. Поддержите классных пацанов. Там самые отбитые актрисы, порно-актрисы, Чефир с Пашей Техником, путаны и женщины легкого поведения и еще куча-куча всякого дикого трэша. Получите дубль 2. Тут все круто, супер Иисус. Его надо знать. Друзья, и все это транслируется прямо из зоны боевых действий, из Донецка. Жесткий трэш. А ну, Илюха, передай привет землячкам. Геннадьеву привет. Троекудиме привет. Ашадис привет. Федоровальне привет. Янком привет. Шахтополтавской привет, я работал. Привет. Всем привет, пацаны. Привет Донецку. Хикан number one. Поэтому заходите, поддержите пацанов лайком, комментарием по ссылочке в описании. Правильно? Да. И что у тебя все хорошо у всех? Хикан number one. Номер один. Хикан. Хикан number one. Хикан номер один. А есть микинеш слонсовок скулк програм. То есть говорю по-английски так себе, по школьной программе. А у меня пятерка была по-английскому, потому что учитель жила на первом этаже. Хикан number one. Ой, блин. И все равно, что желаю. Чтобы закончилась война побыстрее, чтобы было все хорошо. Чтобы не было этих ЛНР, ДНР, чтобы была Украина. Чтобы был всюду мир. Мир во всем мире. Мир чтобы во всем не мире. Была Украина. И она не помре. Пока есть мы, будет Сидит добро. Сидит наши вороженьки. Я краса на доле, на взоре. Западной мы. О своей сторонке. По-любому западные. Пусть пьяные, ничего страшного. Да нормально, западные. Мы так тут пануем нормально. Западные. Главное, чтобы там мир был. Собой. У нас тут все хорошо. Зеленский президент думает, что они придумают. Да надо, чтобы мы в первую очередь что-то придумывали. Поехали. 3:15 из... С Новым годом! С новым счастьем! О, давай, о, держи, о! Держи. Только давай. Сюда, сюда, сюда больше! О. Класс. Опа! С Новым годом! С Новым годом, мужики! Чтобы все было хорошо! Супер Сус! Супер, супер, супер Сус! Супер Сус! Чтобы бумага не сгорела, забирай фонарь! Дай я побреюсь! Все, пиздец, тепло. Смотри, как дым пошел по стенам. Ну, а потом в костер его кинуть спалить. На стены именно, смотри, ебать. И это потом бумага. Ну что, тебе понравилось? Нихуя себе, не скрываешь. Тут вентиляция хорошая, быстро оно проветрится. Не, ну нормально. Капусту потушил, думал уже спать, ляву, а тут на тебе. Приперлись гости. Ну, блядь, задымило все, ебаный. Да, ну сейчас выйдет. Это факел. Будильник. Что это, спать пора? Пора вставать.
Да ёб твою мать, какой из них. Этот пиздец. Ох ты, ёб твою мать, как задымило. Да, жестко. Друзья, кто хочет такую лису, то вы ее нигде не достанете. Это только моя лиса такая. Это уникальная на весь мир. А вот шапки... Можно поймать в лесу. Можно поймать в лесу, но это все равно это моя. А кто хочет шапки, то у нас на сайте есть такие шапки. Вот это вы можете заказать. Это вы нигде не закажете. А вот шапки, вот такие вот, у нас есть на supersus.shop. Супер шапки. А ну дай подкурить, пожалуйста. Милости прошу. Не. Да? Круто. Можно нырять, плавать, раков ловить. А что, летом раки заходят сюда? Что? Летом раки есть тут? Ну, на речку можно сходить, бачка. А, я понял. Avec les gardons montant nous arrivons nous voyons sonne trompette que les tantos tarata. Мы ничего не курили. Ты что, ебанулся или что? Мы ничего не курили. Мы ничего не курили. А я курю. Савы клетан-то, блядь. У меня сигарета, он стлела, видишь, на коричневом. Помню, что там. Надо тебе молока принести горячего. Мы ничего не курим. Молока тебе надо горячего. А, крепкий. Что, ты жив, нормально? Да. Что, крепкий или что? И бродрик болит. Бывает. Бывает. И не такое бывает, как говорится. Что ж ты сделаешь? Давай, начинай. Как у нашего колодца две пизды пошли бороться. Пизда пизду пизданула, пизда ноги протянула. Волосня кричит капут, нашу армию ебут. Как у нашего двора соловей ебет кукушку, только слышно на суку чирик пизды хуя куку. Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу, то и хуй забор просуну, то и жопу покажу. Там на суку сидит ворона с хуем во рту, во лбу корона в эту лунную ночь. Сус не сможет ей помочь, а в эту лунную ночь Сус не сможет ей помочь. Все, Сус себе некому будет дать. Ёб твою мать, красотища какая! Красотища какая! Красотища какая! Ёлочка светит у нас Новый год! Да. Ага, это точно. Новый год продолжается точно. А умеешь кольца делать? Так это умел, кстати, зубов, но мне получше. Зубов мама посылала. Да ладно, у меня меньше. Кого? Не, мне дохуя, снизу одна не хватает, а сверху три. О, он так видит. У меня снизу 23 не хватает, и сверху 12. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лапушон, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка, ой-ой-ой, батарейка, ой-ой-ой, батарейка. Батарейка. Аккумулятор. Уплыла нахуй батарейка. Все, поплыла по коллектору. Ну это же Люха, когда ты пел, он поет, что, блядь, дождь пошел и хуй словишь батарейку. Ветер вызов бросал, я образы все разогнал. Я силы так и знал. Пусть зимой хорошо, тебе тепло и уюта. Всем уюта. Здоровья. Всем уюта. Всем уюта, комфорта, и здоровья, тепла, и здоровья, добра, да, и любви. Это точно.
Главное здоровье, все за нами будет. Самое главное. Главное здоровье, все за нами будет. Вернулись ящики. Берёзы ящики. Ломаем. Вернулись наши ящики любимые. Испарения эти не токсичны? Да нет же, экологические ящики, в них же овощи хватает. Как это? Какие, ну, нахуй? Это ж... Это экологический... Полиэтилен. Полиэтилен. А ты это сам придумал или подсказал тебе кто? Сам придумал. А что на экологию оно, как думаешь, влияет? Ну, посмотри, в капусту. Чистая. Она черная? Нет. Кастрюля чистая. А вот подышать таким чисто, это опасно для здоровья? Это опасно, потому что это полиэтилен. Пластик. Выдыхается, выделяется газ этилен называется, это опасный. Этилен. Ага. Он на глаза действует. О, даже так. Но тут все обкопченное, сверху у тебя тут все обугленное. Это да. Это ты разогреваешь ее или что? Или она готова уже? Это я просто разогреваю. Это костры можно с этого разжигать, получается. Конечно, очень конечно. Легко. Наши классные стаканчики. Конечно. Легко. Ничего себе. Все, пошло жара. Нормально. Ну, оно идет куда? Ну, уходит, оно уходит. Да белый дым идет нормально. Ну, допустим, я тут сижу, мне насрать. Ему да, нет. Оно идет на него, идет сейчас туда, в ту сторону. Я взял, ну, крышки нет. Она разбилась, была стеклянная. У меня крышка вот такая. Твою мать. Я буду жить. Все под рукой. Да, отдельно. Все готово? Ну, да. О. О. Теплое? Конечно. Заебись. Капуста. Цибулька, капуста, цибулька и... Картошка. Не, какая картошка? И... Здор пережарили. Можно попробовать? Не хуже, да. Я тут выберу себе какой-то кусочек. Ты холодный умрешь. А еще бедный. Ты холодный себе умрешь. Вон вилку возьми. Попробуй. Да я не хочу есть, я только что съел шаурмы две штуки. А ты перчика добавил, чувствую, да? Петрушка? Перчика добавлял, да? Кого? Перца, перца. Нет, это, блядь, кетчуп. А, чили какой-то, блин. Да. Опять руки черные. Не думаю. Да. А что, ты мясо тоже так тушишь? Да. Мы сюда приходили в прошлый раз, ты курицу делал, да. Сосиски жарили мы с тобой. Это ты так руки моешь? Ну, а как же? С мылом, да? Ну, а как же? Знаешь, в носу чистыми пальцами ковыряться, правильно? Сейчас когда тут не будет мутиться, я тут и ноги и мою, и голод. Знаешь, наверное, психологически. Что ты говоришь, Санин? Говорю, чтобы здесь оставлю, Хаирюха спит на ней. Кого? Мандатру. Давно. Кого? Давай. О. Прямо с сусанячего плеча. О. Сейчас. Как барон будет. О. В лисице, заебись. А еще под ту шапку под пыжик. Да? Ну что, Илья, будем прощаться, пойдем мы потиху. Тебе доброй ночи, хорошо тут это, отдыхай. И вам удачи на пути. А это, я хотел спросить тебя, набери, потому как я сейчас без телефона утонул. Ты что, ебок его жу, как ее когда встречать? Будет Клава, или что ты тетя Галу. Друзья, сейчас мы звоним Илье на работу.
Это Ильи работодатель. Рекламодатель. Диктуй. 0 на засек. Помнишь номера? У меня память хорошая. Неправильно. Цифры больше, чем бывает. Звоним на работу Илье. Узнать, будет ли завтра работа. Только номер не показываешь. Нет. Громче сделай. Громче сделай максимально. Сейчас. Тетя Галя, это Илья. Что там? Что там? Продались? Вторник выходить? Да, да. Хорошо. И то, да. Вы будете дальше во вторник, да? Да, да. Обязательно выйду. И быть может, мои друзья придут, это, им привет там передадут. Угу. Ага. Пока. Пока, давай. Ну, ништяк, будет работка. Будет работа. Ну, вторник, да. Она приезжает. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Вас... Ты не против, что мы к тебе приходим иногда в гости? Конечно, нет. Конечно, против. Конечно, против. Нет. Все, Илюха, давай. Давай. Удачи. Полетели. Все, давай, счастливо давай. Оставаться, доброй ночи. Удачи, ребят. Спасибо. Заходите. Всегда. Рад. Всегда рад себе видеть хороших людей. Thank you.